Всем салют! Чудесный сегодня денек. Я отлично днем поспала. Ничего не снимала, но правда с утра сходила в магазин и купила любимые Артемкины куриные кусочки. Ну, вы знаете, в общем, без шкурки, без косточки, я их замариновала. И сейчас мне нужно, где там картошка, начистить картошки по-быстрому и готовить кушать. А еще у меня в планах кое-что испечь и пожарить грибы. Не знаю, успею ли я осуществить все свои планы и хватит ли мне сметаны, надо посмотреть. Потому что сметану я хочу и в салат, и в грибы тоже. Ну вот, картошки начистила. Такая мелкая картошка была, так долго я ее чистила. Картошка у меня под курицей, духовка уже нагрелась на 220. Сейчас поставлю и на час забуду точно. В чем я мариновала, как всегда, чуть-чуть майонезика, ну, в смысле, в курицу. И всякие приправки для курицы, соль, перец, чесночок, конечно же, как без него. И сейчас я пока почищу лучок и займусь грибочками. На сливочном масле я буду жарить лучок. Хорошо, сейчас я посмотрю, какой ты хлеб думал. Сыпай лучок сюда, спешил, а то я камеру держу. Я не просто лучок засыплю, я еще и подсвечу тебе. Ты, главное, лук не рассыпь. А, красота. Да, сейчас я обжарю лучок, потом я его выберу и положу грибочки. И грибочки я тоже на сливочном масле буду обжаривать. Ты сегодня показываешь рецепты? Таня кухарит. Сегодня кухонные приключения Татьяны. Да. Ну, я... Грибочки, наверное, чуть поменьше порезать. У нас тут есть некоторые, которые любят помельче, а я люблю покрупнее. У меня не все крупные. Таня любит потолще. Покрупнее. И покрупнее. Покрупнее. Да. А ты лук мешай, распиши. Знаю, пожалуйста. Самые большие такие я пожалуйста, порежу. Забыл сказать. Пожалуйста, распришел. Самые большие порежу, уже сильно не буду. Они у меня очень хорошо отварены, так что мы уже в любом случае не траванемся. Так что лук не должен сгореть. Видишь, я мешаю? Это моя рука. Моя рука. Я отвечаю за видеосъемку. Кто-то должен отвечать за еду, а кто-то за съемку. Когда мы перестанем быть ютуберами, я буду... Что ты будешь? Ну, давай. Что ты будешь? Ничего не буду. Я люблю такие грибы, прям кусочек берешь, и он хрустит прямо у тебя. Не знаю. Видишь, какие красивые? Это все боровички. Дальше опять масло кидаем. Жирненько, вкусненько будет. Хотела, говорю, еще кое-что приготовить. Не знаю, успею, не успею, потому что мне надо еще в зал сходить. Если муж детей спать положит, то я пойду попозже и успею еще кое-что приготовить. А если нет, то не успею. А когда будет дефиле? А, да, я же хотела показать вам то, что вам Саша уже показал. Ну, сегодня наемся от пузы и будет дефиле. Смотрите, я выбираю себе шлем для скутера. Как вам такой, нравится? Мне кажется, интересно, не? Смотрите, какой прикольный. Типа под кожу, не знаю, может даже и кожаный. Ну, вряд ли, конечно. За такие деньги вряд ли, Саша. 39 евро, в общем, стоит. 40. Но остался размер только L. XL уже распродан, а L-то 59-60 сантиметров в обхвате. Вот сейчас мы будем узнавать. Кстати, привет, девочки. Мой обхват. Я не знаю, где он домерить. Сколько у Саши сантиметров в обхвате? Ну, как ты думаешь, сколько у тебя сантиметров? Ну, если потому что я не самый умный, я думаю, не так много. 40? Умный, ты как это не умный? Самый? Ты в мою гуся. 59,3. А, значит, подходит Эл мне. До 60? Да, 59-60 стоит. Ну так, кнап-кнап. Ну, подходит. Подходит. Если со стрижкой. Только-только.
Ага, будем заказывать мне. Если уши подвернешь. Ну, у меня... Таня, вот, вот что-что, но уши у меня не торчат, да? Подвернешь. Ясно. Ну, в общем, вот такой вот шлем будем мне заказывать за 39 евро. Мне кажется, прикольный. Еще раз скажи, Элла, это сколько сантиметров? 59-60. 59-60? Да. Я сейчас балуюсь светом для Тани, чтобы Тане было легче снимать. И смотрите, как я придумал. Это моя однокамерная подсветка. Я ее просто закрепил на липучку и кафельные стенки. Иголка. Гениально. Здорово, правда? Гениально. Совсем другое дело. Ну вот, теперь я могу хорошенечко посолить. И поперчить, сколько мне нужно. Вот, сейчас я добавлю сюда лучок и сметанку. В этот раз захотелось добавить еще укропчика. Думаю, лишним не будет. Какая красота и какая вкуснота получилась. Курочка готова, картошка готова. Думала посыпать еще сверху сыра, чтобы подплавился. Курочка тоже вкусно. Решила слишком жирно. Ваня, огурец. Это нам. Ну, сколько тебе накладывать? Ну, одну курочку, 5 картошин. Что? Че, смеешься? Серьезно. Это что за? Ты смеешься? 6, положи одну назад. Это ты Тимуру сейчас или кому, Милане? Себе. Тоже грибы будут. Тоже худеть собрался. Я не собрался, я просто хочу еще? Не растягивать свой желудок. Я, кстати, еще репчатый лук красный добавила. Все, хватит. Чуть грибочков. Ну вот такой замечательный ужин, дамы и господа. Вам мы не еще? Советуем так ужинать, потому что на ночь это реально тяжелая еда. Ну мы еще и спать не собираемся, еще только 6. Да, у нас еще будет... Переварим еще. Да. Еще будет что-то сегодня. Что у нас будет сегодня? Примерка Таниных. Тимурка, а сколько тебе накладывать? Ну иди посмотри. Грибочки, курочка с картошечкой. Сейчас я хочу приготовить новый рецепт бананового хлеба, который мне прислали. Который мне прислала и Ирина написала в комментариях. На самом деле мне 2 рецепта прислали, но... Сегодня я готовлю один, но в следующий раз другой. Спасибо большое, что пишете, делитесь. Мне действительно очень понравился тот банановый хлеб. Ну, вот в этом рецепте, допустим, нету овсянки, и он с кефиром и с яйцами. То есть совсем другой рецепт. Итак, нам понадобится 2 спелых банана. У меня никогда не бывает слишком спелых банана, потому что... Ну, я их покупаю, и они съедаются постоянно, да, в магазине очень трудно найти бананы переспелые. Также нам понадобится 2 яйца, 100 мл кефира, вот я уже замерила, налила, 100 грамм муки, желательно цельнозерновой, у меня как раз есть, еще с прошлых приготовлений, вот она, я уже просеяла ее. Также 2 столовые ложки кокосового масла можно взять взамен сливочное. Я взяла сливочное, потому что специально кокосовое покупать не хотелось. И еще здесь должна была быть вяленая клюква 100 грамм. Вы себе запишите, если будете готовить, да. Но я не стала ее покупать, потому что мне кажется, что мне не очень с ней понравится. А есть я, скорее всего, буду практически одна, хотя, может, кто-то будет, конечно. Но чтобы подстраховаться, мало ли мне придется самой это все есть, я решила клюкву не добавлять. Потому что, как вы знаете, изюм я не люблю, и я подумала, что это, возможно, будет что-то похожее. Поэтому я решила без клюквы. А, еще нам понадобится 1/4 чайной ложки соды.
вот я смазала форму маслом, перелила и сейчас буду выпекать. Кстати, я буквально на прошлой неделе купила форму, вот такую вот поменьше. Как бы у меня стеклянные есть, но у меня стеклянные побольше. А такой маленькой у меня не было. И в этом случае бы не прокатило бы так, как я делала с этой формой для бананового хлеба, где я сворачивала эту бумагу для выпечки. Тут как раз таки нужна форма. Все, и ставим выпекаться. Итак, дорогие девочки и мальчики, всем, кто ждал этого момента, все, кто хотел увидеть Танин прикид, который я, собственно, ручно открывал, вам показывал, очень было много просьб в интернете, в комментариях, и поэтому мы решили для вас все это сделать. Итак, хлопайте в ладоши, дорогие друзья, на сцене Татьяна, неповторимая, Тарновская! И мой первый образ, как говорит Милана, это джинсовый комбинезончик. Кстати, еще все, что заказано на месте, я еще ничего не отправляла назад, поэтому показать смогу реально все. Джинсовый комбинезончик. Я взяла в размере 38. Мне кажется, мне надо еще ключ такой, да, вот? И идти к Сереге в сервис устраиваться, как ты думаешь? Да, мне не понравился. Не понравился? Почему? Окей, давайте. Оставляем? Ну, тебе решать. Ну, честно. Нехороший, да? Ну, что-то снизу не очень. Сверху нормально. Не знаю. Не очень. Что-то сзади ширит, по-моему, сильно. Ширит? Да. Окей, ладно. И, кстати, днем в туалет ходить неудобно. Надо все реально расстегнуть. И пуговки довольно туго растягиваются. Ты серьезно? Все надо расстегивать? И он без замка, да? Замочек только здесь, ширинка. Может, для мальчиков? Итак, прикид номер 2. Зеленое яблоко. Вот этот мне нравится уже больше. Big Apple. Платье-рубашечка. Это все планировалось носить с белыми кроссовками? Ну, как вариант, можно с чем-то и другим. Но подходит все с белыми? Нормально. Это нормально, можно оставить. Платье 38 размера. Мне кажется, оно могло быть даже еще больше. Ну, в принципе. Я еще в раздумьях по поводу этого платья. Нравится? Да, можно оставить. Ладно, пошла на следующую. За последним. Я с пакетом из телефона. Вот мой следующий прикид. Это платье. С разрезиком. Это мне нравится больше всего. Единственное, что я в филиале мерила другое, мне почему-то казалось, что я такое и заказала. Вот такого вот цвета. Она как бы точно такое же, но вот такого цвета. А получилось, что я заказала вот такое. Я думаю, что это, наверное, даже лучше. Как ты думаешь? Угу. Хорошо. Миланка у нас занимается художеством. Что значит художество? Это означает, что она перерисовывает рисунок с оригинала. Кстати, я тоже в детстве любил этим заниматься. Я перерисовывал комиксных героев, таких как Черепашки-ниндзя, Дональд Дак, Микки Маус. И, кстати, у меня тоже неплохо получалось. Практически как у Миланы. Покажи-ка, Милан. Покажи-ка. Так. Это у нас кто? Угадай. Это у нас вот эта девочка, да? Да, потому что тут смайка такая. У нас логично, так похоже, да. Ты еще не можешь это... Ну я просто вижу, что один в один, я просто потерял, что из этого оригинал. Вот, это, да, я сбился. Типа это оригинал или это оригинал? Да, просто настолько все, видишь как.
Молодец, вот, дорисовывай кудри уже и спать пора. Да, волосики здесь осталось дорисовать, и все будет нормально. Смотри, что я тебе хочу показать. Мне мама вчера сказала, что это черника. Я говорю, да ладно, черника. А смотри, сейчас смотрю, реально черника. Почему черника? Ты ягодки думаешь будет? Да. Ну, я не знаю, похоже. Ну, не знаю. Ну, что-то может есть похоже, но я не уверен. Ну ладно, это пока тюльпаны уже, конечно, слетели, но это держится, смотри. Черника осталась. Да, черника у нас осталась. Посадим на даче. Тимурка у нас занимается стихами. Он пишет стих, который сам сочинил, да? Ага. Что-то здесь дорисовывает. Вот каждому тут, ну, маленькому приложению я рисунок рисую. Ага. Так, знаешь, что делал? Великий поэт Пушкин так делал. Пушкин, да, русский поэт. Он писал стихи, сочинял и дорисовывал там свои какие-то размышления и рисунки к этому на полях. Ага. Ну вот, на немецком стишок Тимур какой-то сочинил. Зачитаешь нам? Ой, мама. Позже. Позже? Сейчас нет? Я его еще доделать должен. О, как пахнет, какой красивенький, смотри. Вот такая, короче, красота, девчонки, получилась. Готовьте. Я внизу под видео в описании напишу рецепт полностью, да? И, к сожалению, сейчас его попробовать не могу, потому что он горячий, а мне надо в зал. Попробую либо перед сном, либо завтра. И расскажу вам, как мне. Но выглядит и аромат обалденный. Все, я побежала в зал. Всем пока, увидимся с вами завтра. Всем пока, дорогие друзья. Увидимся завтра. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и задавать новые темы.